Отношения России с Европейским Союзом и НАТО в контексте кризиса в Украине требуют переосмысления. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с коллегой из Словакии. Напомню, после обострения ситуации в Украине генсек НАТО заявил, что альянс продолжит расширяться на восток и усилить свое присутствие в странах-членах альянса в Восточной Европе. Тем временем НАТО направило группу гражданских специалистов для помощи в укреплении безопасности украинских АЭС в связи с отсутствием свидетельства отвода российских войск от Украины, от границы с Украиной. Как вы знаете, мы приняли двойное решение. С одной стороны, мы приостановили все практическое сотрудничество с Россией. С другой стороны, мы решили оставить открытым канал для политического и дипломатического диалога в рамках Совета Россия-НАТО. Эти отношения требуют существенного переосмысления. И с нашими партнерами из Евросоюза, из стран НАТО, мы стараемся такой анализ проводить, чтобы лучше понять, где мы находимся, какие есть совпадающие оценки, в чем у нас есть разногласия.